4, proprio quella curva. Замечательно, что здесь неограниченное количество патронов. Нам это нравится. Обнаружил чего-то там. Новая цель. Наверное, кого-то убить. А где это? А.
Штучки. Давай проверим. Ладно. Как с этой хреной сойти-то? Сложно. Заблокированы с помощью адаптивного шифрования. Возможно, они есть у падших. В листе, а у листе пробел. Бесконечный поток. Кто стрелял, признавайтесь. И пришел спаситель. И сказал, какой ты наш мальчишка.
Ну, жаль, надо связать с этой штучкой. Симпатично. Главное, стрелючий такой. Вот. Можно уже садиться. Я себе такого заведу. Так. Ничего. А, получить коды доступа. 33% кода доступа. Прицелиться хотел. Но в результате наоборот. Вместо прицеливания чего-то я там того. Главное, товарищ, занять стратегическую высоту. Та-та-та-та-та-та. Как это мы называем? Держите руки, или что это у вас там, чтоб я видел. Ты кто такой? Thank you.
Покрутить, покрутить. И... новый кстати, моя штучка любимая. Получить коды доступа. 67% уже кодов доступа. Ну ладно. На этой оптимистической ноте, товарищи, мы заканчиваем наше повествование. Дальше будет только лучше или хуже. Вы же понимаете, это диалектика. Вы же в курсе. В курсе или нет? Так, в курсе. Нет, продолжим пока. Так, 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 так. Ой. Что такое? Что у нас тут? Есть или нет, или по-разному. О, все-таки желающие есть. Собаки. Ой, ти-ти-ти-ти-ти. Говорите, новая цель. Я же просил вас не говорить. Что такое? Что такое-то? Собаки. Я такое впечатление, что она здесь не будет. Бомс. А, кто-то стреляет, что ли? Кто посмел? Ладно. Так, поехали. Штучка открылась. Штучка-дрючка. Ура! Так вот, мне не нравится. Там нас ждут новые приключения. А если с этой хренью? Тик. Ну. О, проехал. Тик. Чё это? Этот взрывается? Ну ладно.
а прыгать не может. Это хрень. Это хрень. У меня все-таки такое чувство, что вот эти красные штучки взрываться должны. Такое нехорошее чувство. Первый, наверное, кто влезает в эти штучки на мотоцикле. Вот я так вот, что добро не кончится. Что за хрень? Где моя штука? Зараза. Я почему-то вылетел из игрушки. Вылетел. Она не бывает. Это выгляди, что взорвется. И конец истории. Как Запад любит рассказывать. Конец истории. Запад нам говорит. Никто не говорил, что будет легко. Круто, только шорт. А вот не надо было. Управлять тяжелой щукой, тяжелая рука и запас пола. Ага, 20 кубиков собрано каких-то. Эти мины красные покрасили бы их в зеленый цвет, было бы гораздо лучше. Так, ваша книжка. До новых встреч в эфире, товарищи, камрады. И победный танец.